Всем привет! Все еще играем Мифраз без доната. И сегодня четвертый день турнира. За прошедшие сутки атаковали меня дважды. Уже игроки посильнее. Давайте посмотрим всех. Второго. Вот вообще 3000 тут. Конечно, этот Кевин по центру. Спорный момент. Да и Питер. Атака у него хорошая, а все остальное не очень. Ну, такие герои. Нестандартные, я бы сказал, для обороны. Ну, 3000 очков. Безоговорочный лидер у нас Таня. Татьяна из Янь-Инь. Мы ее уже смотрели. Ну и тут как бы остальные. Вот Ангел. На него я дважды нападал, на нее. По-моему, Анова мне попадалась, если я не путаю. В общем, примерно все те же самые лица. Так. Интересно. Интересная команда. Пойду я против нее зелеными и красными. Нравится мне моя пачка. Желтых брать не буду, хотя есть там претенденты, но пойду так. Ранг 1479. Так. Ну пока... О, комбятина залетела. Кстати, она мне не помогла. Зарядиться я не могу пока. Угу. А что здесь у меня будет? Давайте зеленых подкинем. Так. Так. Ну, о, красные залетели. Отлично. Не то, чтобы я планировал и рассчитывал на них. Но то, что они мне залетели, это радует. Так. Давайте подумаем, что у нас будет теперь. Нам нужно срочно нашего хила зарядить. Это будет примерно вот здесь он, да? Четверочку соберем. И потом Максюмары первым сносить. Давайте вот так вот. А, что-то я... Немного недооценил. Ладно, красных придется взорвать. Так. Удар неприятный. Неприятный удар. Так, а как же мы... А, вот так вот сейчас мне залетят зеленые, наконец. И, возможно, даже... Давайте, камейтати не хочу. Пускать зарядку в любом случае. Да. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватило. Что ж такое? Что делать? И в кого бить? Ну, Максимары надо бить, да? Поднимать зеленых и еще раз. Заряжаться. Отлично. Аксюмары сняли. Уже становится намного легче. Ай-яй-яй, Перри опять заряжается. Но не... Да, в этот раз упала в другое место. Хорошо. Так, хил. Ну и атаку бафает. Но это нам не страшно. Давайте мы атаку здесь уберем. Да, ну потихоньку выруливаю что-то. Выруливаю битву. Но уже не так просто все. Взрывать, не взрывать.
А куда деваться? Да. Давайте взорвем. Мне нам уже эти хилые миньончики отдельно не принесут никакого вреда. Давайте вот так вот даже сделаем. Продолжаем. Угу. Бьем сюда и сюда. Так. Угу. Ну вот, добиваем, в общем. Первый соперник оказался тоже не так прост. Хотя два хила в защите и еще миньончик, это, ну, пассивненько выходит. Так, не туда я ударил, но, в смысле, не той очередностью. У меня, конечно, у самого оборона хил, миньончик и, считайте, три массовика. Это тоже не идеально. Ну. Так. Что-то. Заряжаем, как обычно. Я хожу против красных. Применить. Так. Да, хорошая команда. Очень, ангел. Так, эдит. Что тут у меня? Но команда знакомая. Видим ее не первый раз. А третий. Каждый день выпадает этот ангел, и она в топе. Сегодня это ранг 4. Ну, давайте попробуем очки какие-то взять. Чувствую, что будет тяжелее обычного. Ну так, уговорили. Что там по синим? А по синим ничего пока. Ничего существенного. Но красных отправим. Ух ты, хорошо взлетело. Здесь мне повезло. Кого будем сбивать? Тут у меня три цели. И глаза разбегаются. И это, кстати, может быть очень важным. Я либо убиваю Оксимаре, либо убиваю центр. Но я предпочту Оксимаре. И не убил. Да. Обидно. Что делаем с поляной? Ну, сейчас будет. Сейчас будет жестко. Ну так. Так. Ничего не выпадает. Бьем Максимаре. Ух ты, вот это повезло. Еще раз повезло. И несмотря на все это, на то, что у них атакует, и даже несмотря на то, что здесь все это за него заходит, я доволен. Мне очень крупно повезло. Так, ну аккуратненько теперь добивать будем. Здесь мы, как обычно, хилимся. Здесь бьем. Да-да. Вторую битву заношу. О, блин. Забыл, точнее, не сообразил. Тут с трех камней в пустоту герои заряжаются. Угу.
Отлично. Три раза победил этого ангела, который в топе 4 сейчас находится. Ну, как бы самооценка поднимается. Мы-то на каком? 768 место. Неплохо. Так, Насар опять. И опять у него команда так себе. Главное, чтобы были... Опять иду синими. Главное, чтобы был камень. Ну, вот здесь вот синих поищем, хотя их много. Еще один синий дают. Отлично. Как будем собирать? Ну, приподнимем. Так, здесь будет 4. А здесь будет 3-3. Ну, давайте пока так. Да, с 3 камней падает. Уже неплохо. Но хочется по центру что-то прокидывать. Но я пока вообще не вижу. Не дают ничего прокинуть. В оливье. Раньше времени тоже не хочу кидать. Да, вот давайте теперь красных кинем. Отлично. Будем тормозить сейчас по полной. Самый неприятный игрок здесь Оливье. Но с другой стороны, ну да, Оливье. А сюда мы будем заряжаться. Отлично. Ну, неплохо она ударила, Сюзанна. Мы, конечно, это отхилим, но по вот такому жирному герою у нее получился приличный урон. Так. Ну, в левее все равно бьем. Он должен сваливаться. Минус 2. Так, красными уносится Сюзанна. И теперь добавляем еще. Красных, синих всех зарядили опять. Вот. Вот этот герой тоже неплохой. Это у нас Джек, да, по-моему? Пиратский. Он у меня тоже есть. Правда, я отдаю предпочтение русалке. Вот туда. Джек неплох, но именно когда... Я не помню. У него особый навык. Ага, для маны соперника. Ну ладно. Давайте добивать. 3 боя. Ну, прям этот турнир очень хорошо для меня идет. Вот, 490. Уже все плотнее сидят. И играют в основном игроки из топ-1, топ-5. Опять норит. Опять берем зеленых. С диспелом. Чтобы снимать этого хёнера. Опять берем Немезиду. И будем смотреть, что у меня будет по камню. Гейбил, Оксюмары — это те, кто очень-очень нужны. Герои, которые очень нужны в турнирах. И которых у меня нету пока что. Так, камни у меня вообще от слова совсем. Не знаю даже, какие скидывать. Вот как-то так было. Еще нужно 3 камня зеленых, а лучше 4. О, давайте здесь 5-ку соберем. Может, не в самом нужном месте. Но там они зарядятся, да? Да, у меня заряд.
меня заряд. Гибил там неприятный. Очень герой. Давайте попробуем срезать ему ману. Как можно дольше оставить его вне игры. Камаитати там будет. Тоже. Ай. Сейчас все пойдет. Полетит. Ну давайте так пока. Ай-яй-яй, я еще и не. Кто-кто-кто. Ну хорошо, что только один камаитати пока. Диспел. Сейчас пойдет диспел. И по кому он пойдет? По Аксиомаре, да? Правда, тут ну, все скинет. Отлично. Так. Взорвать? Ну, как бы другого варианта не вижу пока. Ага, и зеленые вовремя тоже прошли. И кое-кто не зарядился. Опять мне везет. На первое время. Аксиомары срочно выносим. Пока 2-0. Но моему одному из героев Эос. Очень непросто. Так. Угу. Камень. Потихоньку заканчивается. Ну, как бы сюда. Да. Неплохо. Еще раз красный. Да, очень напряженная борьба. Против Норита. Неудивительно. Сюда будем бить. Снизим ему атаку. И по центру. Ох ты, все заряжается. Комбятин в этот раз нет. И так уже много раз закомбятили. Угу. Угу. По камню тяжело. Тяжело дается по камню-то. Красный. Что там, 4 минуты осталось. Да, следим за временем. Ну, вот так вот. Так, зеленые. Красные в пустоту. Угу. Опять камаитати заряжается. Еще раз зеленые. Немного. Так, ну уже легче. Все скидываем. Все-таки дожимаем, похоже, этого непростого соперника. Да, 3 минуты. Небесный бык. Да. Разобрались. Что сказать? Ну и не то, чтобы было много камня, если вы видели. Так. На волевых. Но кое-где зашло дважды. Да. Кое-где зашло. Особенно с центром повезло. Но все равно. Отлично. Проверяем, насколько поднялись. На 100. На 100 пунктов всего. Пошли в битву. Кинг-Конг вчерашний, которого я не пробил. Или пробил. Пробил я этого. Синим ником не пробил. Но герои все известные. И пачка моя идет с зелеными, да? Синих брать не буду. А красный мне нравится принципиально. Погнали. Итак.
Поднимем. Зеленых. Так, ну комбо пошла. Пошла комбо, вгибила, и его практически зарядила. Он будет у нас заряженный сейчас. Поэтому есть смысл скинуть все камни. Да, вот так хотя бы. И надеяться на лучшее. Много летит камня. Хорошо, что еще никто не зарядился. Но Эос у меня уже вылетает. Кому срежем? Гибилу, наверное, да? Или Оксимарышки. Сейчас я буду добивать центр. У меня это получится, наверное. И получится, ну, если не с первой попытки, зарядиться. Отлично, я еще и его скачну. Да, сейчас будем скидывать. С одного камня хватит мне. Угу. Атаку сделаем поменьше. Гибилу. Он у нас будет заряжаться. И по одному камню на центр хватило. Да. Ну давайте за центр. Ай-яй-яй. Но хотя бы гибила с собой уносим. И даже к Маэтати. Ну вообще. Отличный день. Просто супер. А здесь мы посмотрим, как у него будет. Да, не уклонялась в этот раз Сюзанна. Ну, 5 побед. Третий раз, третий день. Нет, это четвертый день. Одно поражение за 4 дня. Никогда такого не было результата у меня. Просто что-то интересно. Ну-ка, вот этому я, да? Нет, не этому, по-моему, проигрывал герою. Другому игроку. Ну ладно, такие вот у меня матчи. В принципе, прохожу их с небольшим усилием. Где-то нужно подумать, где-то что. Но вполне реально. То ли они в турнирах что-то изменили, то ли это на это влияет. Ну, на качество битв, отряды. Я их качнул. Вот. У меня они там 12-й, 11-й, ну, увидели. В общем, такой день сегодня. На завтра будет у меня возможность 3 раза проиграть. Так что в топ-1, я думаю, останусь. Всем удачи. Хороших выходных, ребята. Пока.